4 числа мы вернулись, потому что в Лондоне все растаяло, была теплая погода. Мы подумали, солнце светило. Целенаправленно хотели посетить Олдсарум и собор. Там есть знаменитый собор. Он знаменит не только во всей Европе, он знаменит, я так думаю, даже во всем мире. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своими часами, самыми первыми часами, которые были изобретены в мире, которые до сих пор идут. Нет, мы приехали в Солсбери 3 числа. Пробыли там ровно, наверное, пытались погулять по городу, но так как был город весь полностью завален снегом, нас хватило ровно на полчаса. Может быть, мы к нему и подходили. А вы знаете, где Домский? Если бы мы знали, где он находится.